Международный аэропорт Волгоград сообщил о временных изменениях на территории привокзальной площади. В связи с ремонтными работами изменится схема движения автотранспорта. На время проведения работ заезд и выезд на территорию аэропорта будет осуществляться по той дороге движения, по которой ранее было односторонним и которая использовалась для выезда из аэропорта. Плата за заезд и выезд с территории аэропорта взиматься не будет. Автомобилисты смогут осуществлять посадку и высадку пассажиров напротив бывшего здания аэровокзала, то есть напротив терминала А. Новая схема движения, которая будет в аэропорту по окончанию всех работ, позволит разгрузить транспортные потоки и, соответственно, повысить качество сервиса для пассажиров, а также встречающих и провожающих их лиц.